Значит, у тебя стены звукоизоляции, пенопласт. Какой нахуй Impressive. пенопласт, блядь? Ты что, дурак? Это фибролит, блядь. Пенопласт. Пенопласт. Ребят, студия у меня уже давно готова. Так, тотем. Вот по этой локации надо даже скриншот сделать, чтобы не забыть вообще не завтыкать этот тотем. При спуске Марсу. Первая арена. Тотемом. Так, тотем вот там вроде. Да. Ебучие перекладины только мешают на этой арене. Так, и по итогу чё? Блять, а чё так мало? Хули ты так мало, блять? Пенёк сел, блять. Царя дал. Почему так мало, блять? Hello, Twitch, блять. О, побольше появилось. Так, считаем опасных мобов. Найта уже вижу. Найт. Я хуел, блядь, что ли? Алло, блядь, Twitch! Прием, блядь, как дела, нахуй? Понятно, я буду локальную запись вести. Так, сейчас прибежит Найт, я его уебашу. Убер-имп. Убер-имп, туша. Какич. Еще туша. Пока демона искал, блядь. Так, два какича. Ну, появляется убер-найт. Плетка. Итого, найт, убер-имп. Два убер-импа. Две туши. Два кака, убер-найт, манкубус, плетка. О! Понимаю. Что-то не пропрыгалось, блядь. Да, а почему дэши-то нет? А, потому что я в полете был собой. Может так, блядь? Ну да, ну и так запрыгивать. Так, а вот тут арена интересная. Там два барона ада. Там надо с БФГшки ювелирно чпонькнуть. Нужно двух баронов ада в одной точке поймать, заморозить и чпонькнуть, блядь, с БФГ, блядь. А как я назову эту локацию? Гаражом, блядь. Арена, гараж. Да, блядь. А, вы, блядь, бесконечно спавниться будете. Какие здесь тоже барон ада вроде. Да. А его нельзя распиливать. Не обидно, блядь. Я просто думал, что он распиливается тремя стаками пилы. Не, нихуя. Просто пишет неверно цель. Ну чё, как всегда, сначала повоюем, потом посчитаем. Ебать. Бля, я не могу с БФГшки стрелять. Потому что тут надо запомнить, сколько мобов. Да, блядь. Блядь, ну с КФГ очень хотелось лупануть. Ну го считать, блядь. Так, ну сразу же высовывается мародер. Мародер. И там вокруг него убер-импы, блядь. А, ему не нравится гранат какая-то со станом. Один. Четыре найта. Этих тут поймал нормально. Итого, в этих вратах палача мародер с пятью дронами, с пятью убер-импами, потом четыре найта, потом два барона. Как убрать паузу? Ребят, прикидываться долбоебами, это не круто. Это не круто. А уж тем более быть долбоебами. Так, вот это тоже арена, которую надо запомнить. Там манкубус сразу стоит. Потом прямо перед ебалом баронада выскочит. Тут собака, блядь. А, ебать, вот про него я что-то не помню. Призадумался, романтик. А это, на этой локации багнутый музон. Он появляется, если фидануть. Так, вот тут как раз провокация, блядь, выстрела с БФГ.
Но надо посчитать, сколько было мобов. Батя, я его удалил, блять. Так, Uber Knight. Не, на этом все вроде. Мелкие мобы пиздец ступили вообще. Куда-то убегали, блять. Куда-то в стенку бежали. Итого, Манкубус, которого заснайпшотить можно. Барон, которого заваншотить можно. Uber Knight, два Uber Impa, Knight, Арах и Хантер. А че вот я не подобрал, блять? Где-то одна писюлька. Где, блядь? Ну шо, погнали нахуй. Ай, блядь. Ай, блядь. Ну, на грани было, конечно. Простую атаку не задолжил. Первый, второй дом. Не знаю, зачем скинчики в синглплеерной игре, но да ладно. Так, отсюда выйдет мародер. Блять. Да ты заебал. То есть вы хотите сказать, тут один Uber Imp, Knight и Архвиль, блядь? Что потратить мастерство? А я ебать ничего не буду. Вот так вот. Ничего не буду просто. Ёбнутый. Ебать. Надо Uber Impa убить. Он помешать может. А, тут с ДФГ можно хуйнуть. Блин, ну это все меняет. Это все меняет. Это все меняет. Это все меняет. Uber Knight. И два киберманкубуса. Пейн. Хантер, Акичем, вроде двумя Uber Impa'ми. Я только одного Uber Impa видел. Ну да, я только одного вижу. Вообще, для такого количества мобов, для такого качества мобов, это очень маленькая арена. Пизда, блядь. Го считать. Будет, кстати, рофильно, если я ультранет мар действительно с первого раза пройду. Блять. Пейна 2 вроде. Да, и надо мной Пейн еще один появился. Да, да, да. Как же дробаш их сносит, нахуй. 6. Ебать, их тут много, пизда, бля. Итого. Архвиль 2 Пейна, Арах 10 Uber Impa, 6 плеток. Тиран и два Манкубуса. 10, блядь! Короче, в эту, когда начинается стадия с Uber Impa'ми, вниз вообще нельзя спускаться, потому что тебя там захуярят тупо. Да, если Архвиля сразу не убиваешь, то придется спасать хуй. Блядь. Про барона забыл, про Архвиля забыл, блядь. It's okay to be gay, let's rejoice with the boys. В смысле, осуждаю, одобряю. В смысле, геи, блять, нормальные ребята, абсолютно. Я знаю одного порядочного гея, с которым я работал, блять, что-то год-два, блять, уже не помню. Блять, что я нажал? Понял. Пока-пока. А как хп наобузить на этой локации? Понял. Никак, блядь.
что делает? Убер. Имп. И плеточка еще, блядь. Так, два убер импа. Пакич. И потом в конце аратер хуидер, блядь. Ебать, я тут такую хуйню понажимал, блядь. Блядь, ну такую супер маленькую арену. Какая-то довольно серьезная плотность, особенно пинкищи. Три пинкища здесь. Апрезик был. Блядь, а так-то разработать гандон для Doom Slayer — это нихуйная задача, по-моему. Там, наверное, хуй за аргент энергии, я хуй его. Так, сейчас главное архвилев порезать первыми. Чудовищно. В скобочках три пиздюльки вылетают. Которые норм только против босса, блядь. Ладно бы, если эти три пиздюльки... Бля, никогда не понимал челов, которые задают вопросы, стоит ли играть. Бля, чел, ты вот если хочешь, берешь и делаешь, блядь. Ну, чё, блядь, мне каждый день мне в личку пишут подобные вопросы в стиле, блядь. Блядь, Ламыч, стоит ли в Warzone заходить? Ламыч, слушай, я не играл в Doom, стоит ли вообще начинать? Ламыч, вот тут по ешечку от тебя посмотрел, слушай, довольно интересная игруля. Стоит вообще тоже пробовать. Челы! Блять, вы если хотите, вы берете и пробуете. Блять, это супер просто. А вот сейчас будет непросто. Какой нахуй ультра кошмар, там люди уже Half-Life Alyx запускают, а такой хуетой тут маешься. Угу, хуетой. Ну давай, заходи. Река ультра натмар, посмотрим, как ты пройдешь его. А Half-Life Alyx, блять, это VR-игра. Вот будем честны друг с другом, да, Half-Life — это легендарная серия игр. Но решили сделать VR-игру, блять. Да, возможно, она будет пиздатой. Но в нее поиграют недельку и просто забьют хуй. Ну просто забьют хуй. А еще в нее поиграют не все. Потому что VR меньше, чем у 1% пользователей ПК. VR — охуенно дорогое удовольствие. Потому что сами VR-очки дохуя стоят. И потому что компьютер нужно иметь соответствующей мощности, чтобы, блядь, нормально играть в этом ебаном VR. А еще для VR тебе нужна комната более-менее хорошая. И поэтому, да, кто у нас там? Вот я видел, VLG собирается Alyx стримить. Вот, пожалуйста, иди к нему, блядь. Все. Чтоб я тебя нахуй не видел больше никогда. Забаньте перманентно. Блять, вот что бы я сделал без модераторов? Вот что бы я, блядь, делал? Чтобы, блядь, что бы я без вас сделал, пацаны? Ёбаный рот, это же пиздец. Сюда прибывают люди с земли. Они ждут, пока их отберут для процесса. Ну хуй знает. В Нижневартовск вроде никто не прибывает. Обычно оттуда стараются убыть как раз. Там Созидательнице нужна земля и душа земля. Немножечко в текстуре ло. Там ждет Калибос, незрячий судья. Именно он определяет, кто годен к процессу извлечения души. Остальных выбрасывают в кровавое болото. Военкомат, что ли? Блять. Реально военкомат. Что про Тарков думаешь? Классная игра, хардкорная, пиздец. Очень нравится. Жалко, не идет на моем компьютере. Так бы поиграл, конечно. Эту арену надо запомнить. Блять, это не похоже на дробаш было. А, ты тут еще, блядь. Иди нахуй. Ау. Так, арена дерьма.
так не забраться. Вообще, да, прикольная тема, кстати. Вот, вообще, нахуя заморачиваться, когда есть, бля, вот такая штука, блядь, вот такая, точнее, блядь, бля, и все. Так, а тут будет мародер с двумя плетками. Паскуда, блядь. Вам-то что надо, блядь? Две плетки было, почему одна только вышла? Ну я тут casual заснайпшотил с БФГ. Вот как не убил. Ебать, дробь разлетелась прикольненько. Ты из чего, блядь, сделан? Да в очко себе пожужжи, блядь. Да отъебись, долбоёб, блядь. Ну нахуя я выстрелил из БФГшки, блядь? Зачем? Зачем? А сейчас будет арена с тотемом. Хуя у меня подбайтил, блядь. Ну так вот, блядь. Бывает. Ты такой играешь, думаешь, Doom Slayer, да хуя. Тебе недавно начал в поездку играть, уже 46 уровень, ведьма, некрхы, нихуя, жестко, пиздец. Спасибо тебе, пожалуйста, что открыл эту гомзу для меня. Скажи, плиз, что надо было купить, чтобы комфортно играть. Ты про вкладки рил всякие. Ну, по сути, премиум квад вкладку и currency вкладку, и все. Просто ты распробуй игру дальше, Потому что компания, все, что происходит до 70-го левела, это, блядь, ну, примерно 10% контента, поя. А дальше начинается настоящее. Ёбка, на мапках в Атласе. Давай, там уже, блядь, надрачивай хули резче, блядь, жир. Играй нахуй. Типа 6 уберимпов. Чего? На, блядь! Паскуда ёбаная. Подрался. Подрался охуенно. Да-да, заставочки. Заставочки, это так круто. О, мои любимые порталы. Да, какая-то лига сомнительная. Понял? Прям не знаю. Туманчик не доставляет. Здорово. На. Блять, как попасть? Не, его рубить надо. А когда ты уже фулл гир, у тебя вообще есть все пушки, все грейды, все апгрейды, вся хуйня. Арены уже перестают быть сложными. Ну, ты, типа, все зависит 100% от тебя. Я реально уже ничего не записываю. Я вот, блядь, последнее, что сделал, это арену с тотемом, блядь, заскринил, чтобы запомнить, где тотем, блядь. Да, блядь. Ща. Сэра! Она сэра. Нет смысла. А ебать ее базука разносит. Ебать ее базука разносит. Б.
без шансов, блядь. Что-то ее базука уничтожает вообще нахуй. Какой пулемет, какая баллиста, блядь. Базука нахуй. Блядь, в нее еще с БФГ можно было хуйнуть, держу в курсе. Иди сюда. Нахуй. Так, парни, нахуй. Давайте. Как же ему похую вообще. Чего, блядь? Блядь, этот паркур? Я, конечно, ебал, блядь. И чё это, блядь? Он не попал по мне, блядь. Да иди нахуй, вот. Что меня заблочило? Это, блядь, нечестно. Это, блядь, нечестная хуйня. Это, блядь, нечестная хуйня, пиздец, сейчас была. Абсолютно, блядь, нечестная хуйня сейчас была. Я, блядь, иду за мегой, а он прифарит и бьет в мегу, блядь, кулаком своим. Ура, блядь. А как мне похилиться-то, блядь? Нет, тут, блядь, на этой арене получаешь урон просто от какой-то неведомой хуйни. Непонятной, блядь. ГГ, ГГ. Ну и дерьмо, блядь. Это пиздец. Ну, блядь, и дерьмо, а не босс-файт, я ебал. Я заармурился нормально. Бля, ну каждый раз добираться до босса, чтобы его затраить, блядь. Ну, чел, блядь. Да иди нахуй, боже, блядь. Челы, вы мне нахуй не нужны. Мне нужен босс-файт. Пиздос, как надо долго добираться до босса, блядь. Что? Он просто снял 1 000 000 CP. Не дотянулся до меги, блядь. Вот от такой хуйни я и буду умирать, короче. А эта хуйня-то нормально разбирается, долбоёба. Ёбаный! Ой, блядь. Ой, блядь, как хочу сказать. Иди нахуй. Но я еще раз пойду его убивать. Потому что на грани было два. Ты останешься непобежден. Ну не тряси монитор, долбоёб, блядь. Ну ты дебил ебаный, что ли, блядь? Что ты делаешь? Да что это, блядь, за удары, нахуй? Вообще от нихуя умер. Сердечный приступ, блядь. Но я увернулся, чел. Но я увернулся, блядь. Не, это супер рандомная хуйня. Ее бесполезно. Абсолютно бесполезно траить последнего босса. Это фулл рандом, блядь. Это фулл рандом помойка, блядь. Никакой закономерности, никакого, блядь. Нихуя просто. Первую стадию сдох 2 раза, вторую стадию не сдох ни разу, блядь. Но, кстати, в мели аэрка с ракетами, ебать, она разносит. В принципе, я чувствую, что готов к ультранетмару. Основное все позаписали.
Завтра будем траить, завтра днем начну, пока точное время не знаю. Подписывайтесь в группу ВКонтакте, там я всегда анонс делаю. В принципе, проделал я работу пиздатую. Выяснилось, что Кан убивается охуеть как легко с базуки. 2,5 залпа в нее даешь, блять, и все, и стадия прошла. И вот этот босс последний, это, конечно, фул рандом, блять. Вот, блять, удары кулаками, ебал Тору. Ладно, чатик, всем спасибо, всем спокойной ночи, пока-пока. Можешь посмотреть предыдущие ролики. И не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить новые.